Блочно-модульной котельной «Быть» в селе Фаустово продолжаются работы по возведению этого объекта. В настоящий момент уже ведется монтаж дымоходной трубы и обвязка двух котлов. Работы не останавливаются даже несмотря на низкие температуры. Температурный режим на данный момент влияния не оказывает, потому что до холодов было выполнено 100% проложена теплотрасса, была подведена канализация, водоподведение, все было, инженерные сети и земляные работы все выполнены. Блочно-модульная котельная после ввода в строй обеспечит теплом и горячей водой жителей двух многоквартирных домов. Его сдача планируется уже через месяц.